Пять чемпионов мира на одном ковре. Дагестанские самбисты готовятся к чемпионату России в Чебоксарах. Турнир в столице Чувашской республики стартует послезавтра, 27 февраля. В стане команды перед ее вылетом побывал Курбан Рагимов. Он узнал, с каким настроем спортсмены подходят к соревнованиям. Игра в регбол как часть подготовки самбистов к соревнованиям. Так опытнейший тренер Зайнулов Гасанханов привносит разнообразие в программу занятий. До начала чемпионата страны остаются считанные дни, поэтому все нагрузки уже идут на спад. Сборную Дагестана в Чувашии представят 35 спортсменов. Ну, все нагрузки позади. Сейчас уже в основном, кто начинает уже как бы вес гонять, придерживает вес, диета. Вот сегодня уже как бы чуть-чуть игровые дни у нас. Чтобы без травм, да, аккуратно, чтобы согреться перед тренировкой. Настроение, конечно, боевое у ребят. Сборов как не было в этом году, поэтому приходили и как бы сами готовились. Я тренировал, отец тренировал, вместе готовили ребят. К своему главному старту сезона самбисты подходят основательно. На одном ковре работают 5 чемпионов мира разных лет. Наряду с местными спортсменами готовятся и земляки, ныне представляющие Москву, Магомед Магомедов и Раймонд Магомедалиев. Первый в прошлом году выполнил норматив заслуженного мастера спорта, но теперь поставил перед собой новую цель. В истории Дагестана еще нет трехкратного чемпиона мира по официальной версии. И вот моя цель – стать первым дагестанцем, который выиграл 3 раза чемпионат мира. Ну, здесь есть соперники мои тоже, с кем я уже неоднократно встречался. Это Саид Саидов, Султан Алиев. Ну, на тренировках мы как братья работаем, делимся опытом. Ну, на соревнованиях приходится выходить, драться. А так, в целом, у нас здесь атмосфера хорошая, дружелюбная. Еще один чемпион мира Мухтар Гамзаев последние 2 года на внутренней арене был вторым. Махачкалинец также намерен достичь самого высокого спортивного звания, а потому золотая медаль на предстоящем чемпионате нужна ему как воздух. Дополнительным стимулом для Гамзаева и его партнеров станет материальная поддержка, которая полагается самбистам за победу на чемпионате мира. Для меня это всегда было, я когда пришел к боевому самбо, я вначале занимался ударкой, как сюда пришел, мне было тяжело, я сначала бороться не умел. Меня вот Расул научил бороться. 4 года я ехал, это часто говорю тоже, ехал, и каждый раз я проигрывал. Для меня лично было в первую очередь самому себе доказать, что я выиграю этот чемпионат России, выиграю этот чемпионат мира. Конечно же, и зарплата об этом тоже, конечно, это тоже уже и возраст немалый. Да, чемпиона мира. Чемпионат России по боевому самбо стартует в Чебоксарах 27 февраля. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.